Театральная труппа «Хобот» переводится как художественный оригинальный бродячий одинцовский театр и состоит из известных по интернет-общению форумчан. На безвозмездной основе актеры ставят спектакли, делают постановки для детских праздников, словом, стараются нести радость и дарить хорошее настроение окружающим. Ну, это, конечно, не первое мероприятие, но вот такое оно немножко уникальное тем, что здесь присутствует уличный театр «Хобот», и вы видите, что существует какой-то элемент интерактива и взрослых, и детей, что очень важно у нас сейчас для развития семьи, семейных традиционных ценностей в районе. Есть улыбки, есть солнечное настроение, и все это может быть одновременно со своими родителями, одновременно здесь, вот на природе, что это легко и доступно. Театр «Хобот» сам создает сценарий, а затем организует публичный показ в живом исполнении своих театральных постановок. За участие в конкурсах зрители получают призы, купленные за средства театра. Руководитель Любовь Овчарова планирует в дальнейшем активно развивать театр в городе Одинцово, а также давать возможность всем желающим приобщиться к искусству. Одной из главных целей «Хобота» является поднятие культурного уровня школьников и организация их досуга. Репертуар бродячего театра пока еще не велик, но у актеров-самоучек есть собственная репетиционная база, на которой они используют изготовленный своими руками реквизит, декорации и костюмы. С мамами вместе решили сделать большой праздник детский, бесплатный. У нас и аквагрим, и все бесплатно, да? Ну, то есть пришла в голову просто порадовать людей. Мы за это не берем деньги, и у нас никакой, кроме положительной энергии и положительных эмоций, никакой прибыли мы не получаем. И все костюмы, все это самое, мы, то есть все своими силами, все сами шьем, собираем. Спектакль привлек внимание большого количества семей с детьми, и погода в этот день была благосклонна. Детишки резвились, принимали участие в шоу «Мыльных пузырей». Одним словом, проводили день с пользой. Сейчас я пойду на аквагрим, потом я буду смотреть представление. Побольше праздников. Зрелищное представление со сказочными персонажами, пиньята с конфетами, различные лотереи, конкурсы, мастер-классы, аквагрим и тематическая фотосессия. Все это стало замечательным семейным праздником для горожан в обычный субботний день. А детские эмоции и улыбки послужили самой лучшей наградой для актеров. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».